Друзья, всем привет! Сегодня я хотел показать вам такой вот интересный лайфхак. Буквально на днях мне подсказал один дедушка, пенсионер. Так они делали в советское время. Да, делают это и сейчас, но это средство очень дорогое и как бы не очень доступное. Не во всех магазинах. Значит, это делается перед ремонтом автомобиля, перед ремонтом с мазутой. Берете любое мыло, в моем случае это жидкое мыло, хозяйственное, 72%. Вы можете взять любое, какое есть. То есть, пусть это будет Фэри, хозяйственное мыло, кусковое, банное мыло. Значит, намыливайте руки перед ремонтом. Ждете 10-15 минут. Да, то сейчас много намылило. Если много намылите, можете просто размазывать дальше по рукам выше. Высыхает жидкое мыло. Мое. Это примерно 10 минут втираний. 5-10 минут, смотря сколько намажете. После намазывания и работы с мазутой я одеваю перчатки и спокойно работаю. После этого руки отлично просто отмываются. Просто отлично. Пленка мыла не дает впитываться мазуты в поры кожи. Сейчас найдем что-нибудь мазутное уже. То есть я нашел, уже рядом поставил. Значит, этот таз сливается масло дизельное. Ну, сами знаете, дизельное масло, сажа от него как плохо отмывается с рук. Сейчас мы намажем этой сажей руки. Немножко подождем. Представляете, да, как вот такой вот такие вот руки отмыть? Очень сложно. Еще когда вы смену рабочую отработаете, как это все впитается, это же просто кошмар. Там отмыть фариты с трудом отмывается. Ну, допустим, мы заморали ручки. Все это пусть впитается, вотрется. Потом после ремонта берем простую обычную воду и моем руки. Отлично смывается, просто отлично. Вот такой вот нехитрый дедовский способ. Мыло можно использовать любое. Это все чистенькие беленькие ручки. Друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да все такое. Все как обычно, пишите комментарии, делитесь с видео. Да, желательно подпишитесь, надо набрать 1000 подписчиков, чтобы включить монетизацию. Вот, все отлично работает. Можно также намылить, подсушить, одевать перчатки, работать. Все равно через перчатки просачивается мазут и впитывается в руки. Но этот способ вас спасет. Всем удачи, всем пока.